Ну что, друзья мои, приступаем к готовке бамье по-турецки. Это окра. Вот так она выглядит. Я еще ни разу не пробовала эту еду из этой бамьи, из этой окры. И поэтому вместе с вами приступим к приготовлению обеда. С мясом буду готовить. Но прежде всего нужно вот очистить вот по кругу, сказали. Делаю впервые. Вот это должны мы очистить. Нельзя ее разрезать. Я не знаю, что там внутри у нее. Вот так вот просто. Вот так вот по кругу. Подготавливаем нашу бамью. Я решила одну бамью разрезать пополам и посмотреть, что у нее внутри. А вот у нее, как она выглядит внутри. Буду продолжать очищать. Немножко расскажу об этом растении. Окра или абельмеш, так называют его. Очень полезные растения. В нем много витамина А, В, кальция. Внутри он содержит слизь. Я когда разрезала, прямо слизь такая. И даже Клеопатра делала из этого растения себе маску. В нем мало калорий, холестерина вообще нету. И только витамин и кальций. Так что будем омоложаться, друзья мои, и готовить бамья. Для приготовления бамьи вам понадобится сама бамья, и по-другому ее еще называют дамские пальчики. Один помидор, луковица, пряности, тут красный молотый перец, черный и тмин, две дольки чеснока, столовая ложка перцовой пасты. И вот посмотрите, я столько сварила мяса. Я сейчас отделю от косточки. Я сделала это раньше, заранее, чтобы быстро-быстро приготовить ужин. Я же деловая женщина. Так что у меня нет времени ждать, пока она потушится. И, конечно, растительное масло. А также самым главным компонентом является лимон. Без него никак. На разогретую сковородку наливаем масло растительное и обжариваем лук. Добавляем чеснок и продолжаем тушить. Как только лук пожарился, добавляем. У меня отварное мясо. Я заранее его отварила в скороварке. И продолжаем обжаривать. После того, как мясо с луком потушилось, мы добавляем нашу пасту, перемешиваем, и можно сразу добавить один помидор. Продолжаем тушить, перемешиваем. Сейчас можно добавить немножко водички, чтобы томатная паста, перцовая паста хорошо растворилась. Добавляем наши пряности. У меня тмин, красный перец и черный. Соль я сделаю в конце. Помешаю. И самый важный момент в этом блюде – это лимон. Без лимона это блюдо не готовится. Вот сок одного лимона можно сделать и больше, по желанию уже. Но самое главное – это здесь лимон в этом обеде.
Вот это чуть-чуть, 2-3 минуты покипит. А сейчас мы опускаем нашу бамью, окру, дамские пальчики. Еще как-то я вам назвала в начале. Перемешиваем. Добавляем соль. Перемешиваем. И даем 5-8 минут пропитаться этим нашим соусом. Спустя 5-8 минут бамья пропиталась этим лимонным соусом. И сейчас мы с вами используем, добавим сюда вот такие бульоны мясные. Помните, я вам показывала в одном видео, как я их храню. Вот видите? И пускай продолжает томиться. Все пряности, ингредиенты добавили. Вот сейчас оно растворится и будет готовиться до готовности. Бульон наш растворился. Кубик. Добавила чуть-чуть водички и будем ждать до полного приготовления. Бамя должна поменять желтый цвет, стать зеленого на желтый. Будем ждать. Вот бамя и сварилась. Друзья мои, вот так выглядит бамя.